Всем привет, ребята! Сегодня утром я проснулась рано, часов 8-7, поняла, что мне надо срочно ехать в лес собирать грибы. Русский человек во мне заговорил и победил, и спустя 2 часа от Сиднея я нашла себя в лесу. Очень хочу посмотреть, что здесь растет, растет ли здесь что-либо вообще. Надеюсь, меня никто не съест, но возможность велика. Но, как говорится, кто не рискует, тот не ест грибов, поэтому я здесь. Посмотрим. Какие-то интересные непонятные штуки тут растут. Самое страшное в этих лесах — это пауки. Сказала я, пока не услышала какой-то крик вдалеке. И змеи, конечно же. Кто-то разговаривает между собой. Я не понимаю, кто это. О, господи, чего ты мне вообще дома не сиделась, понять не могу. Я нашла гигантский рыжик. Очень он уже старый, конечно. Но если есть один, значит, должны быть еще и другие рядышком. Маленький рыжик, ура! Так, ну значит, рыжики здесь точно водятся. Это уже хорошо. Самое главное оружие в лесу – это палка. Моя уже поломалась, надо новую. Я застряла. Какие же они все-таки красивые. Кто-то его очень изрядно пожевал. И мультики сейчас где-то сидит, смотрит. Посмотрите, какой малюсенький детеныш мухомора. Если присмотреться... Можно увидеть попугая. Там вот в глубине, я даже, наверное, не знаю, смогу я подойти или нет, сидит черный огромный попугай на ветке. Дикий. Сейчас попробую подойти поближе. А, он еще один полетел. А нет, он сейчас улетит. Нет, нет, подожди. Да. Я собрала полпакета рыжиков. Я довольна просто до визга. Мы проезжали сейчас какой-то городок небольшой и решили остановиться, потому что здесь просто по какой-то неизвестной мне причине стоит большая статуя большой картохи. Просто картошка. Зачем? Неизвестно, но вот. Это, собственно, статуя, которую мы заслужили. И она так и называется, просто большая картоха. Я, видимо, что-то не понимаю, но у них тут целый мерч. Вот эта картоха, которая большая картоха. Можно купить. У них еще и футболки здесь продаются. Вот, пожалуйста. Большая картоха. Ну, в общем, вы поняли. Я не смогла устоять, и поэтому большая картоха едет со мной домой. Нашли по дороге устричные фермы, решили сюда заехать, потому что
Ну как же не заехать, это же устричные фермы. Сейчас посмотрим, что здесь происходит. Вот это прям, конечно, мой размер. Вот я такие большие устрицы очень сильно люблю. И вон там вдалеке видны столбики. Это, собственно, и является устричной фермой. Они живут под водой в специальных таких палетах. И потом их выращивают, достают и мне приводят домой. В этом городке нереально много белых попугаев. Вообще просто тьма. Вот все вот эти птицы, которые летают белые, это эти попугаи-кокоду. Они сидят на столбах. Как голубей, наверное, он еще один. Ну вот и подошел к концу этот великолепный день. У меня есть картошка, у меня есть грибы. Я человек простой, мне больше для счастья ничего не надо. Поэтому мы едем обратно домой, в Сидней. И увидимся с вами в следующий раз. Пока!